И вот стол наш готов. Вот такой в сборе. Так, здесь, как я уже показывал, есть у нас вот такие вот защелки. Сюда вот они отвлекаются. И вот так вот. Вот так вот. Так. Здесь сделали вот такие вот штуки. Зачем? А просто так. Просто так вот решили сделать, чтобы было какое-то, ну, какая-то своя изюминка, чтобы была. Просто сделали вот, вот такие вставочки сюда сделали. Просто так. Вот. Вот такой у нас получился стол. Это у нас он в сложном состоянии. Сейчас покажем, как будет разложен. Вот так он раздвигается. И снизу у нас вставочка. Сейчас поставим вставку. Одной рукой снимать немножко неудобно, потому что сегодня оператора у нас тоже нет. Но... А вот уже стол со вставкой. Текстура здесь, конечно, особо не совпала, потому что мы сначала делали одну крышку большую, потом ее распиливали, и чтобы текстура совпадала, когда он сложный, потому что, скажем, 95% времени он все-таки в сложном состоянии. Ну, вот так вот разложен. Немножко так чуть-чуть совпадает, хоть чуть-чуть, ну как-то. К этому мы даже не стремились, потому что все понимают, что текстура дерева, она неповторимая. Вот. Вот такой вот стол. И здесь уже крючки, конечно, с одной стороны и уже с другой стороны. Вот такие вот защелочки. Чтобы фиксировать крышку, она уже когда зафиксирована, она уже четко стоит, скажем, никуда она уже не денется, она хорошо прижимается, потому что здесь такие они вот сделаны на таких пружинках, как она пружинит немножко. И здесь получается эффект хороший. Так, ну и сейчас мы будем его полностью разбирать и готовить к отправке. Вот так вот у нас стоят эти вот направляющие. Здесь сделаны две вот такие вот двери к столу, чтобы можно было их прикрепить, потому что по-другому их закрепить практически. Вот. Не особо получается как по-другому их закрепить. Вот так они крепятся сюда. Здесь дали вот такие вот усиления. На шприце такой, что кашу маслом не испортишь. Это у нас специальные наблоки, потому что оно здесь будет разбираться. Все. Здесь вот на такие дали. Почему? Потому что направляющая сюда, она не упирается, здесь не мешает. А сюда дали на металлическое, потому что здесь направляющая вот туда. И чтобы этот ход удлинить, если бы мы дали здесь вот такие деревянные, оно вот так не доставало. И 2 сантиметра было, скажем, разница. Так, чтобы вставочка была больше, сделали вот так. И так получился стол в сложном состоянии 1,40 м, в разложенном около 2 метров. Вот. Вот такой каркас. Ну, я думаю, что на этом уже будет все. Так что будем разбирать и отправлять его на Чехию. Вот такие вот заказы. До свидания.